Футбол – один из самых популярных видов спорта в мире. С раннего детства мальчишки и девчонки гоняют мяч по двору. В деревне Салмановка Ульяновского района местные ребята также любят футбол. С этого года их школа одна из первых вошла в проект Российского футбольного союза «Футбол в школах». Благодаря данному проекту в школу поступил спортивный инвентарь для того, чтобы ребята могли приобщиться к самому популярному известному в мире спорту – футболу, заниматься им не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, посещая секции. Кроме того, у ребят появляется замечательная возможность встретиться с известными спортсменами, футболистами не только регионального уровня, но и всероссийского. Для учащихся создали все условия для комфортных занятий. Отремонтировали спортзал, закупили мячи разных размеров, конусы, манишки, ворота. Весь инвентарь был поставлен бесплатно Российским футбольным союзом. Тренировки по футболу для учащихся проводит Анастасия Мастрюкова. Когда-то она сама училась в этой школе, представляла ее на соревнованиях, а сейчас готовит юных спортсменов. Девушке легко работать с детьми. С ними она, как говорится, на одной волне. Я люблю заниматься с детьми, потому что сама люблю детей. Мне это интересно, увлекательно. Также детям нравится со мной, потому что я молодой специалист. Ну, тем более у нас новое оборудование к футболу вот теперь дали. Очень интересно работать. Тренировки проходят регулярно. Изо дня в день ребята оттачивают свои умения. Игра в пас, отработка ударов и владение мячом – лишь малая часть тренировочного процесса. Каждый из них мечтает стать футболистом, хочет быть похожим на своих кумиров. Лионель Месси. Лионель Месси. Почему? Не знаю. Но очень нравится, как он играет в общем, в целом. Да. Забивает много голов, вводится. В общем, уникальный игрок. Он также здесь умер. Кроме этого, в школе все хорошо и с наукой. С прошлого учебного года в Салмановской школе действует точка роста. На таких уроках ребята проводят опыты, работают с микроскопом, собирают и программируют роботов. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.